В Пекинском выставочном центре впервые провели массовые масленичные гуляния. В рамках мероприятия выступили такие российские художественные коллективы, как ансамбль казачьей песни «Криница», московский казачий хор и коллектив «Коробейники». Гостей центра познакомили с русскими культурными обычаями и национальными блюдами, предваряющими Великий пост, включая русские блины. Мероприятие проводится в ответ на празднование китайского Нового года в России. Они проходят в рамках перекрестных годов культуры России и Китая, которыми объявлены 2024 и 2025 годы. Спустя два дня масленичные гуляния пройдут и в городе Сиань, провинции Шэньси, на северо-западе Китая. В Москве китайский Новый год, праздник весны, в этом году как никогда провели ярко, красиво, красочно. И мы очень постарались оставить такие же ощущения и впечатления у наших китайских друзей, у сегодняшних гостей от нашего праздника «Проводы русской зимы». Сегодня было действительно очень много людей. Я очень рада, что нашим гостям понравилось. Это мероприятие также можно считать для нашего комитета первым мероприятием в графике, в плане перекрестных годов в сфере культуры между Россией и Китаем.